Сок Микс Индершес реализовал. Что в этот раз придумает этот латвийский нападающий? Так, не спеша, чуть не упустил шайбу из поцелуевого контроля. Хорошая пауза, бросок и гол! Видясь одерживает победу впервые с 2009 года у себя дома над санкт-петербургским СКА. Да, в серии после матчевых бросков. Да, Витязь выигрывал в три шайбы по ходу этой игры. Да, Витязь выигрывал в счете за полторы минуты до конца третьего периода. Но нет, СКА отыгрывался. Но в серии после матчевых бросков две шайбы от Микса Индрашеса принесли Витязю победу